Здравствуйте, мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – картошка. Ой, честно сказать, у меня уже мозоль на языке из-за этой картошки. Сейчас такая жара стоит. Ну, у нас-то точно, не знаю, как в других регионах, но у нас 30 градусов – это просто… Во! Картошка чувствует себя не очень комфортно. Температура воздуха максимальная для нее должна быть 21-23 градуса. А температура почвы для нее комфортная, для клубней, 16-19 градусов. Вы представляете себе, да? Вот у вас как посажена картошка? Либо на таком расстоянии квадратно-гнездовым и земля голая, которая нагревается просто до 70 градусов. Либо посажено так, что вообще ничего не видно, ничего не проветривается. А ведь это тоже плохо. Возникает масса болезней. Ладно бы только вредители, а еще же болезней, которые ее мучают. Я вам хочу сказать вот что. В этом году я попыталась вам рассказать, как вообще правильно посадить картошку американским методом. И не надо там мне глазки строить и говорить, что вот мы русские, да мы картошку знаем лучше других. Да ничего вы не знаете. Картошка из Америки приехала. Мы про нее вообще ничего не знаем. Делаем, что попало. Так вот, картошка, посаженная по-американски, на меньше чуть-чуть штыка лопаты. Если песок, то штык лопаты. Потому что слишком почва такая и дышащая, но еще и влагу очень быстро убирает. Значит, посаженная правильно, глубина посадки и почва, а это напрямую зависит для вашего урожая. Глубоко посаженная, задохнутся клубни, будет удушение. А мелко посаженные перегреются. Но для того, чтобы беды не произошло, садим вот, да, на пол штыка лопаты, а потом сразу окучили, прямо при посадке. Вот посадили и окучили. А почему, знаете? Да это все очень просто. Картофель позднеспелый начинает формировать клубни через 30 дней, как только появились ростки. А скороспелый картофель начинает формировать клубни через 15 дней. Понимаете, о чем я, да? А вы что делаете? Угу. Посадили, приехали через там месяц и давай ее там полоть, окучивать. Вы ей зачем программу образования клубней поменяли на программу роста? Вам что, ботва нужна? Вы же не коровы, вы это же не едите. Я говорю, говорю, говорю одно и то же, а меня, похоже, никто и не слышит даже. Земля питательна. Картошка окучена сразу. Никаких программ мы не меняем. Посмотрите, какая красотка. Здесь два ряда. Два ряда. Здесь было очень много расстояния. Все заросло, как вы видите, да? И еще, хватит обрывать цвет на картошке. Вот ровно через две недели, после того, как картофель отцвел, и вы ему не мешаете, начинается стремительный рост клубней. Оставьте вы ее в покое. Вы можете подпалывать междурядье, потому что у нас 90 между рядами и 20-25 между картошкой. Это все, что от вас надо было с весны. Вы, пожалуйста, запишите себе и попробуйте. Я надеюсь, что вам всем понравится. На этом закончу. Всего доброго.